Друзья, всех приветствую. Хотя, по идее, надо бы прощаться, уже 2 часа ночи. Я вот только закончил перекладку, укладку яйца. Смотрите, заложили мы инкубатор кобом 500, 4 лотка. Один нижний лоток – это старый коб, который через неделю должен выводиться у нас. По неоплоду вот этого коба я снял материал небольшой, вам покажу в этом ролике. Сколько там неоплоды со 160 яиц получилось. И еще покажу неоплод по индейке, которую мы вот сюда переложили, хайбрид и биг 6. Сколько неоплода вышло со 170 яиц. Ну, приятного просмотра. Так, друзья, вот канадский хайбрид. С такого количества, из всего лотка, 4 яйца неоплода. Такой штамп. Я считаю, что это хороший результат. Все перекладываю дальше. Право скопировал я второй лоток. Здесь немного бигов, да, и конвертер тот же. Еще 2 яйца всего. То есть из 170 яиц индейки 6 неоплода. Ну, прекрасно, я считаю. Вот такой результат по неоплоду. Так, вот такой штамп. Биг 6. Франция. Так, а вот я перебрал еще 2 лоточка, ну, один лоток, и вот чуть-чуть было здесь тоже кобовское яйцо. В общем, 160 штук яиц, и из них 15 неоплода. Коб 500 Чехия, вот они все. Так что такой результат. Мы закончили закладку инкубатора яйцом бройлера, переложили индейку, она в лицах у нас крутится. Все на сегодня. Можно пойти со спокойной совестью ложиться спать. Вот у нас инкубационное яичко. Это словакское яйцо? Да, Словакия. Словакия. Коб 500. Будем бить и смотреть на оплот. Ты почему бьешь, объясни. Это либо с насечками яйцо, либо яйцо, которое имеет трещины. Мы бы его заложили, но нам некуда. Да, с насечками мы бы заложили. Вот он, бластодиск, смотрите. Вот он, бластодиск. Я ножичком его покажу. Яйцо оплодное. Вот оно следующее. Видите, да? Оплод. Следующее. Вот он, оплот. Вот на этом яичке, видите? Бластодиск. И следующее. Не вижу, надо перевернуть. А, вот он. Вот он. Разобьем еще 3. Следующие 3. Видите, вот он. Его видно. Вот он. Здесь, посередине. И это тоже оплодное яйцо. Точечка. Вокруг него ореол белый. Вот еще 3. Это к вопросу о том, что на первой ли стадии зародыши замирают, или яйцо было неоплодотворенное. Когда вы вытаскиваете уже выскопированные яйца, зачастую бластодиска не видно. А сейчас мы имеем с вами возможность увидеть все бластодиски, есть они или нет, и оплодное яйцо или нет. Еще десяток бьем. Сначала 5 и потом 5. Надеюсь, вам будет видно. Один желток нечаянно проколола. Вот он, бластодиск. Вот следующий. Следующий. И на этом яичке. Вот он. Все видно.
Еще пять. Посмотрите. Вот он. Вот он. Следующий. Посередине. Вот этот. И вот этот тоже видно. Ничего не могу сказать. Везде очень явный бластодиск. Посмотрите. То есть оплодная эта точечка в кружке. Ну, то есть, мне кажется, на мой взгляд, это просто безусловный оплот. Еще 4 яичка. Оплот. Видно вот здесь бластодиск? Вот он. Кружочек. Вот он посерединке. И вот он четвертый. Напоминаю, это яйца с насечками с коробки. Или с явными трещинами. В общем, приличное количество. В общем, на самом деле эти насечки я бы, конечно, уложила, просто у меня нет места. И в свете этого вы закладывали только самые хорошие яйца без дефектов. А с дефектом, с легким, или вот с трещинами, или с насечками, в общем, с трещинами, насечками разбили, с дефектами, и мелкое какое-то не такое яйцо, или даже, может быть, супер-мупер такое, но просто там по какой-то причине отобранное нами, оно было участником другого эксперимента. Вот, смотрите, какая удобненькая. Вот, смотрите. Оп, смотрите. Заводите птичку. Они очень добрые. Тебе вот. Нравится? Вот, смотрите. Хорошенькая? Тихо, тихо. Ой, ой, главное нам ее не уронить. Да, главное не уронить. Это ты правильно говоришь. Посадим к братикам с сестренками, все? Вот, смотри, какой гребешок маленький. Гребешок маленький. Милашки. Да, птичка милашка, но она замерзнет, да? Сажаем обратно? Давай.